Готово. Пошли стримы, пошли донаты, которые кидают в нас гранаты. А на улице цветет и пахнет абрикос. Весна бушует, так и надо. А тут пустыня у нас. Ну что? Где? Что? Ага. Компьютер запустился. Так, опа. Живот подтянуть. Не разваливается. А, вон оно что. Я ж так вот работал. Оп. Вот так. Посмотрим, что вам, что вы мне написали. И ответим на вопросы. Цветет и пахнет абрикос, весна бушует, так и надо. А, войти. Ты понял? Так, видите пароль с этого сайта. Опачки, давай, далее. Видите пароль, сначала подтвердить, что это ваш аккаунт. Забыли пароль. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Хотел ВКонтакте сделать свое представительство. Я там был зарегистрирован ВКонтакте. И у меня там пароли этих хранились. Ну, потом я его... Когда начал вставлять, по зоопарке стер его. И теперь одно эти пароли просит. Так, где у меня этот пароль тут написан? Ё-моё. Нет, другой. Новый. Далее. Так, готово. То есть теперь, пока это все устаканится, одно будет спрашивать, какие у тебя пароли, что ты там сменил и так далее. Поэтому выпишите все свои пароли в какое-то отдельное место, чтобы вы знали его. И он у вас был под рукой. Иначе будете тыкаться вот как я. Так, ну что у нас? 11750 подписчиков. Немножечко просили насчет подписок. Значит, появились стримы, мы стримим. А теперь почитаем ваши отзывы, пожелания и прочее, прочее, прочее. Цветет и пахнет абрикос, и белый цвет подобен снегу. Весна волнует нас любовь, весна волнует нас любовь, и это здорово, ей-богу. Как вы видите, у меня тут резкий скачок был. Потом дело пошло, так сказать, на спад. Так, ну посмотрим, кто что пишет. Сделаем это все покрупнее. Господа, кто пил тройчатку, хочу знать ваши ощущения и результат. Ответили, это хорошо, а ваши ощущения? Значит, ощущения могут быть разные, индивидуальные. В зависимости от того, где находится инфекция, где расположены паразиты, там могут быть различные ощущения. Совершенно разные могут быть. Могут пройти курс
И причем у одного и того же человека, вот он первый курс, допустим, прошел, никаких ощущений. Ага, допустим, там второй курс проходит, какие-то ощущения. Либо он сделал несколько курсов, потом все это благополучно забыл. Через 5 лет, 10 лет опять надумал делать. Совершенно иные ощущения. Это все связано с тем, какие паразиты, что у вас. Лично у меня, значит, что там было, и где-то там в почечке побаливало, и печень я чувствовал, и на коже были высыпания, выходила вся эта ерунда. Как-то на глаза тоже действовало, то есть вот в районе глаз у нас вот здесь вот огромное количество инфекций. Тут у нас носовые ходы, тут у нас глотка и слизистые глаза. Уши, это любимые места для инфекции, поэтому тут будут различные такие проявления, и это нормально, то есть надо работать. И как раз хорошо на стриме одна женщина как раз рассказала, что 7 лет чистилась, песок выходил из глаз. Видите, что творилось, ё-моё, как может песок выходить из глаз? А у меня было, но это когда я голодал, из мочевого канала, там где-то на 35-е сутки, вышла как дёготь черная масса. То есть, когда что-то разрушается и оттарается, и отходит, оно может принимать любой вид. И это вообще. Поэтому пугаться особо не надо. Но ощущения у каждого свои. И как раз эти ощущения указывают, работает рачатка, не работает, либо какие-то другие противопаразитарные средства. Так, iPad Air, надо же. Подскажите, пожалуйста, у меня часто вздутие живота, питание придерживаешь овощей и зеленые листья, салата и рыба, фрукты. Это типичное перевозбуждение жизненного принципа ветра. От этих всех овощей, от этих всех сырых фруктов у вас не хватает ферментов, у вас вообще не хватает теплоты пищеварения на то, чтобы все это нормально переваривать. Обычно люди так поступают: а, узнали, о, сыроедение хорошо. А готова ли ваша пищеварительная система справляться с этим? Ее надо подготовить. И не у каждого она достаточно мощная для того, чтобы все это переваривать. И они говорят: ах, хорошо, я перешел, все нормально. Да у них одна пищеварительная система. А другие никак не могут перейти, все у них там бродит. Чтобы вот этого не было, добавьте семена тмина по пол чайной ложечки утром натощак. По крайней мере, у вас вздутие меньше будет. А так вообще должна быть тепловая обработка, особенно в холодное время года. Просто-напросто не хватает мощи пищеварительной системы для того, чтобы переваривать. И вообще, если вы обратитесь к миру травоядных животных, они, извините за выражение, газы выпускают регулярно. У них образуется в результате вот ферментизации зеленой этой пищи, особенно листовой, огромное количество там метана. Поэтому ничего тут удивительного нету. Так, Елена Лазарева: мои родственники пупочная грыжа, можно ли делать клизмы для очищения от паразитов? Похудение, какие с чем? Заниматься зарядкой, так как нагрузка идет на живот. Я ответил: лучше всего ходьба, начать с малого, довести до полчаса. А клизмы? Я про клизмы ничего не сказал. Не надо их делать. Почему? Потому что само положение там для клизмы и прочие вещи могут так повлиять. Можно очистить свой желудочно-кишечный тракт, используем, вот смотрите, сейчас как раз у нас весна, лето, побольше салатиков, и как раз целебной кулинарии. Я рассказываю о салаты, какие соки. Ну посмотрите, это же для вас, и вы будете вкусно, и вам приятно, и здорово, без всяких там перегибаний с этими клизмами и так далее. Клизма — хорошая процедура. Ну, в данном случае, если имеется пупочная грыжа, как она себя поведет, кто его знает. Так, рассуждение о, по-моему, женском здоровье. Я вообще рад, что вообще сейчас процентное соотношение женщин еще более увеличилось. Она это достигла 60% женщин. Смотрите, я не сказал, что это канал для женщин, но оказывается,
предпочтительнее для женщин. Женщины – хранительницы очага, хранительницы семьи, хранительницы здоровья. Потому что, говорю, мужики не заботятся. Вот если женщина грамотная, знающая, она, понимаете, вот как бы сказать, и влюбит в себя в мужчину, так ненавязчиво, и скажет ему, так сказать, через продукты питания, свое отношение к нему, приготовление пищи и так далее, заботы о нем, что она самая лучшая для него. Это же большое значение имеет женщина. Так, ну я сам по гороскопу дева, поэтому мне вы близки. Так, и вот после того, как я для женщин как раз рассказал именно это письмо, про которое мне прислали, как шло оздоровление, а я его просто прокомментировал. И вот Раиса говорит: добрый, дорогой наш Геннадий Малахов, от этого видео я почувствовал счастливее себя и здоровее. Очень важный феномен это, когда вы на какой-то передаче создается такая атмосфера, а я же создаю такие атмосферы. Уже, извините, хвастливый я такой. Для того, чтобы вы просмотрели эту передачу, не просто узнали какую-то информацию, как принимать тмин, делать ли клизмы или не делать клизмы, а чтобы просто от одного общения, от одной вот этой энергетики, от одного этого посыла вы себя почувствовали здоровее. Но никто вас не похвалит, никто вас не приголубит. Все только говорят: давай тут что-то там делай, давай еще делай, а ночью еще давай ты занимайся вот этим делом. А вы уже устали, бедняжки. Никто вас не приголубит, не приласкает, доброго слова не скажет. Ну, мои любимые, я для вас готов. Голод трое суток. Юляша: да, родственники постоянно капают на мозги, не дают нормально очиститься. Сами не очищаются, и мне не дали. Так, вот тут-то. И близкие твои будут самыми большими тебе врагами. Самое плохое это то, что если они не занимаются противопаразитарной чисткой, а вы живете, как говорится, в паре, муж, жена и так далее. Жена, допустим, очищается, а муж нет. Либо наоборот, у него там или у него микрофлора, все очистился, оздоровился, потом такая хоп, опять от него же или от нее же заразился. Не говорю уже о детях, их тоже тогда следить за детьми там. Ирина Сизова, мы с ней давно знакомы. Геннадий Петрович, спасибо за рассказы про керосин. Мне в детстве бабушка всегда лечила воспаление керосином и как-то даже чири мазала. И за 3 раза все прошло. Вот смотрите, это для всех касается. Значит, одно дело, это помазать. Если был чири, это говорит о том, что организм уже так, как бы сказать, с инфекцией дал мощное сражение, но это не значит, что, чтобы нейродная инфекция, все побеждена, исчезла из организма, и вы выздоровели. Нет. Как правило, за одним чириком потом еще, и там целая серия этих чириков прошла, допустим, несколько лет они могут даже быть. Потом появляться, не появляться, а потом, как бы сказать, исчезли. И вроде человек думает: ага, она наоборот ушла внутрь, ушла в лимфатические узлы, ушла туда, где потом такая опачки, и возникает серьезное заболевание. Кстати, опачки, хорошее это, как это, ник, лайк, майк. Вспомним, вот знаете, как-то никто так особо ничего не говорит. Вот болел Андрей Миронов. Андрей болел чем? Чириками. Они у него были. Наша доблестная медицина не смогла ничего сделать с чириками, казалось бы. А вот для того, чтобы в первую очередь очистить кровь, а для того, чтобы ее очистить, как раз и керосин. Вот не надо даже там тодикампов, тодикларков, там еще каких-то тоди-моди, хроди-боди. Обыкновенный осветительный керосин, это я вам заявляю, обыкновенный осветительный керосин, если вы найдете его, даже не очищенный, это то, что надо, то, что использовали наши, так сказать, бабушки и дедушки, пока вот это вот тут не начали очищать и говорить, что это вот нельзя пить, потому что это тут такая отрава, канцероген и так далее и тому подобное. Вот его-то используйте, и его основное действие – это очищать кровь от разного рода гноеродной инфекции. Но надо выдержать, будем говорить,
Не просто там попил 2 недели и все, нормально, все, хорошо. А надо продолжать. 2 недельки там сделали перерыв. Ага. Через месяц 3 недельки сделали перерыв. Ага. Потом еще там. То есть надо постоянно, как я вам говорил, вот дерево. Дерево упало в лесу. Оно упало в лесу, грибки только раз, и за год ее превратили в труху. Из дерева сделали шпалу, пропитали ее, положили в землю, и она там лежит годами. Вот тут-то. Вот это и надо сделать с нашим организмом. Так, ненавязчиво. Знаете, как раньше короли. Что там, они боялись, цари, короли, что их отравят. И поэтому уже там с детства где-то их приучали к разного рода ядам. Понемножечку давали. И потом, когда их пытались отравить, они уже были приучены, организм, ко всем этим ядам, и он не действовал. Так вот здесь вы, будем говорить, протравливаете свой организм, такую необходимую концентрацию создаете вот этих всех веществ, которые не позволяют болезнетворной микрофлоре, грибкам есть вас. Я думаю, это хорошо будет помогать и при гепатите. Вот раньше была желтуха. Потом сказали, нет, желтуха, она подразделяется на гепатит 1, гепатит 2, гепатит А, Б, С, Д, та-та-та-та-та-та-та-та. От любой желтухи применяли, знаете что, вот у меня жена, у жены сестра, она заболела в свое время желтухой. Положили в больницу, лечили. И чем ее вылечили? Поймали 3 вши, закатали хлебный мякиш, проглотила. И все, что там в них содержится, удивительное, что действует против этой желтухи, против этих вирусов гепатита. Но действует главное. А тут вы можете вот этим только раз протравить. Я в свое время пробовал использовать, ну, курс целый я прошел, ну, почти курс, морозник кавказский. Это сильно такое мощное растение с такими вот противомикробными, противогрибковыми действиями, но там надо соблюдать дозировочку. Я, как обычно, все думаю, да больше лучше. И у меня стало побаливать сердце тогда, когда я принимал. То есть я передозировал. Что касается керосина, да вот так вот раз, никаких передозировок нету. Он идет и все это там делает то, что надо. Вот что сказал. Так, возвращаясь к Ирине Сизовой и черекам этим. Так вот, когда он почистит кровь, вот, ну, Андрею Миронову, ну, никто не шепнул, вот это простое средство. А начали вырезать лимфатические узлы, решили вот так его полечить, потому что вы видели все, вот он снимался в фильмах, у него такое лицо было полненькое, а потом в каком-то фильме он снялся, и я вижу, у него лицо резко изменилось. Когда резко меняется лицо, это говорит о том, что уже пошло пике, и потом его не стало. Можно же это было сделать и взять Иосифа Кобзона, который лечился у этого самого Тодикампа, у Тодика. Ужас. Так, дальше. Юляша Петрович, добрейшего вам всего. Я что-то тут про онкологию там рассказывал. Я всегда был уверен в ваших знаниях и профессионализме в этой области. Yes. Значит, здоровские видео, так интересно, просто информативно и понятно, откуда у меня, значит, Юляша, опять приветствую вас, Петрович, сегодня на стриме вы мне ответили, почему я сильно опухла на выходе, а, ответили, да, теперь боюсь голодать, думаю, вдруг навредить Сиогу еще хуже, посеем, но очень хочу поголодать, я голодала по вашим книгам, с 2006 по 2013 год, и потом перестала, боюсь опухнуть на выходе. Что посоветуете? Подскажите, пожалуйста. Я примерно подсказывал. Смотрите, будем говорить, надо начать с самого начала опять. Раз в сутки.
раз в сутки и выходить. И смотреть, что вот достаточно сутки поголодать, и если имеются какие-то там отклонения или еще, они там будут начинать сказываться. И вот вы выходите, допустим, немножко съели каши. Как вы чувствуете себя на каше? Опухло у вас, не опухло. А следующий там суточное голодание раз в неделю. Вы выходите на овощах. Как вы себя чувствуете? Нормально, нормально. Ага, отметили себя. То есть даже надо вести дневничок, чтобы все это записывать. Ага, вы вышли, допустим, на кисломолочном, вот такой результат. Вы вышли на свежевыжатых соках, вот такой результат. Все это вы, так сказать, для себя выписали, потому что вы еще не изучили свой организм и реакции организма на выход из голода. Вот одно дело реакции на голоде, а другое дело реакции на выходе. Это тоже... Это еще более существенное. Так вот, узнав их, вы начнете тогда двое суточек. И уже будете выходить, допустим, не просто так, как там бывает, пишут. А, выходим вот так вот на этом самом. Из голода там, допустим, на кисломолочном. Или выходим там на цитрусовых соках. А потом зубы там эмаль слазит. Вот. А вы все это для себя уясните и начнете тогда наращивать. Вот, то есть вам надо просто-напросто набраться опыта этого за вас. Никто не сделает, а я вам подсказал, как его набираться. Лично я так поступал. Clear Sky 240. Stream это мега здорово. Это как раз таки не хватает Островскому, поскольку он дилетант. Я бы не сказал, что он дилетант. Нужно иметь богатый опыт, знания и мужество, чтобы... общаться в открытую. Я сейчас от Островского оставлю в покое. Я его, Виталий, уважаю в первую очередь за то, что хотя бы у него больше подписчиков. У него больше подписчиков 60 раз, нежели у меня. Что я буду с ним равняться, знаете, как бы сказать. Это какие-то прошлые заслуги, там, когда у меня книг там было больше, он там был никто. Это не имеет значения. Имеет значение вот данный момент. И где мы находимся? Мы не в книжном магазине, не в студии, а мы находимся в интернете на ютубе. И тут я против Виталия. Никто. Просто-напросто, да? Поэтому я не буду ничего говорить. Я его уважаю. Это первое. Далее. Нужно иметь богатый опыт. Богатый опыт общения. Это мне дало телевидение. В первую очередь я, вот будем говорить, цепляюсь за рассказ героя, который пришел в студию, и начинаю, будем говорить, его объяснять. То есть это моя сильная сторона в том, что я могу объяснять. Далее, значит, знания. Ну, естественно, знания должны быть. Сейчас я больше рассказываю со своего собственного опыта, а не по книгам каким-то там это самое. Хотя и на них ссылаюсь, потому что, прочитав книги, я набрался... знания и воплотил его на практике. Мужество. Ну, мужество надо иметь. Вообще, знаете, надо иметь смелость жить. Надо иметь смелость вот жить, не хочу сказать, что не сдерживая себя, а в глупом, конечно, надо понимать, что ты не должен тут хамить как-то там, еще там вести себя, так сказать, вольно и так наплевательски. Это совсем иное. Но вот открыться, понимаете, открыться в хорошем смысле. Сказать вот людям, вот многие как бы не могут переступить, а сказать вот я вас люблю. И не просто сказать, знаете, просто сказать я вас люблю там, а сказать это с чувством, я вас люблю. Потому что вы, и сейчас вы почувствуете, вот пошел уже эти вибрации, вы такие же, как и я, которые идем сейчас по жизненному пути, набиваем шишки, мы все побежали в эту жизнь, сейчас мы будем тут, грубо говоря, жить хорошо, весело, иметь деньги и все, это такое, а жизнь нам подбросила, что ни того нет, ни сего нет, это довольно-таки трудная вещь, но в то же время интересная. И вот открыться вот этому, что ты такой же, как они, и вот ты идешь вместе с ними, и вот ты чем-то можешь у них с ними поделиться, и можешь от них взять, сколько я от вас беру. Я от вас беру вот эту информацию, которую, как бы сказать,
отлаживается, допустим, в сторону там гепатита С, а то баки забили, что там он не лечится, в сторону, допустим, ости там этого миелита, он тоже лечится, в сторону еще чего-то. Ну, это интересная вещь, понимаете, мужество, чтобы общаться в открытую. А когда человеку от вас ничего не надо, знаете, вот открыто. Вот я думаю, вот смотрите, насчет, допустим, того же керосина. Я бы сейчас сделал вот это видео, несколько, они уже имеются, и сказал, вы знаете, вот я сделал такой керосин, вот такую настойку, цимус, против которой все остальные настойки, да, раз в 100 слабее, вот только ко мне, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. То есть вот это вот корость, вот это вот глупость, понимаете? А вы ее прочувствуете все, когда вот такое вот начнется. И просто-напросто от такого человека, ну что с ним общаться, который он хочет под умным видом впарить вам то или иное. Мне даже, видите, смешно от всего этого стало. Потому что я вас люблю, то, что знаю. Вот я бы хотел знать еще больше, чтобы сказать, при пупочной грыже можно то-то применить, она пройдет. При этом еще то-то. Ну, что я знаю, то я знаю. Что-то, допустим, такое я вот специально хочу про вот этот вирусный гепатит, там, А, Б, С. Еще разок для себя там кое-что там уяснить. Если вы мне поможете, в каком смысле поможете? Просто-напросто сбросьте ссылочки, где указывается о лечении там этих всех гепатитов. Я просто посмотрю, и из всего этого сложится какая-то картина, какие-то главные вещи, на которые надо обращать внимание, чтобы шелуха вот эта отпала. И появился, будем говорить, вот то, что надо делать. Вот в этом плане вы мне помогите. А донаты бросьте гранаты. Так. Общаться в открытую. Это очень хорошо. Так, Алекс Черри. Мой комментарий по поводу, в чем подвох за вопрос от Рекампи, был удален. Вот как. Ну, не знаю, что там за подвох. Так, Алекс, я заметил, вот его ответ. Пользователь Издар Аошо оставил комментарий. Алекс Шерри, пусть людям объяснит и растолкует. Не мне, например, вам и остальным 500 назад. Этот Издар Аошо, возможно... Запрограммирован на рекламу Тадикампа, ну, просто человек неадекватный, пишет сюда капсом, оскорбляет меня ранее. Ну, это мы сейчас не будем брать разного рода вещи, скажем немножко о Тадикампе. Еще раз повторюсь, я уже несколько снял видео. И когда человек сам использовал, сам прошел и... прочувствовал вот это, как это работает, естественно, он будет рассказывать об этом и другим. Рассказывать, потому что, ну, как ему помогло, в каком он был состоянии, и как он выкарабкался. Это все интересно, понимаете? Иногда просто-напросто не достучишься до того человека, не скажешь ему, вот смотри, да это ж так просто, да это так хорошо, и так далее, понимаете? Вот поэтому человек и хочет, так сказать, рассказать про этот Тадикам, про этот керосин и так далее. И я рассказал, но это не значит, что остальное не работает. То есть... это направление очень хорошо и очень эффективно в плане противопаразитарного чистки организма. Потому что одно просто из наиболее доступных и эффективных, есть, конечно, и более эффективные где-то, возможно, есть, и более там какие-то там другие вещи, но вы их не найдете. А тут вот она работает, высший класс, то есть тут не надо ничего придумывать, понимаете? Поэтому я за Елизара, который вот хочет, чтобы это все узнали. Но это не значит, что вот под маркой вот этого я хочу вам что-то впарить такое. Или как некто говорит, а ты сам его пьешь, хочешь людей потравить. Ну это вообще человек, попавший не туда. Так, супер стрим. Сегодня, кстати, будет стрим
стрим также с 8 часов вечера до 9. Часок я выдержу нормально. Больше. Уже я чувствовал, что это тяжеловато. Я так был уже выжатый. Поэтому часок. Так, Юляша. Она поняла. Я вас поняла. Надо облечься в новую личность. Вы знаете, это очень интересно, Юляша затронула направление. То есть можно быть личностью. Вот смотрите, пример, так сказать, с точки зрения религии. Вот есть рабы Божьи, а есть сыны Божьи. Так вот, вы, если хотите быть рабами, ну и будьте вот нищими, больными, там, голодными и несчастными. Это один и тот же человек. А если он хочет быть сынами Божьими, то он должен совсем по-другому себя вести. В первую очередь перестроить свою рабскую философию. То есть все начинается с философии. Вы раб или вы сын? Вы помощник или вы там просто нафиг какой-то этот самый подсобный рабочий? Вы творец или кто вы? Вы помощник творцу или там, так знаете, попутно что-то там делаете, чтобы это самое... по жизни. Вот это самое главное. И когда вы вот это вот сделаете, то есть можно просто действительно силой мысли оздоравливаться. И не обязательно с помощью образно-волевых настроек, как этот самый. То есть человек должен себе почувствовать, что он на празднике жизни. Жизнь для него праздник. А не то, что он в этой жизни какой-то изгой, который должен там что-то там трудиться. Но вот это вот почувствовать. И на любом уровне можно вот с этого уровня вылезти. Это просто сейчас у нас беседа затягивается. Я вам очень интересную вещь расскажу. Оно меня сожрело. Великолепная такая беседа про медицину, про жизнь вообще, про Кремниевую долину, про пиратов Стива Джобса, Билла Гейтса, Тулио Манчини, Симончини и так далее. О! Меня зовут обедать. Видали, как незаметно пролетело все. Дорогая! Иду. Ой. Я на нее смотрю, она такая красивая. Вы знаете, вот иногда живешь с человеком, и ты не ощущаешь ее красоты. А я сейчас на нее вот все больше и больше любуюсь. Я любуюсь на ее лицо, я любуюсь на ее фигуру. Я любуюсь, знаете, даже вот как она там со мной там общается, так далее и тому подобное. Вот это как-то какое-то произошло чувство такое спаяние, которое вот приносит. Вот действительно человек твой, удовлетворение. Но в то же время и других женщин я не обижаю, люблю, понимаете? Вот все для меня как-то, вообще все люди, это интересное вообще чувство, когда ты от них не отстраняешься, хотя многие говорят, да, они хотят там что-то поиметь, то, сё и так далее, а наоборот, ты их понимаешь, вот, сближаешься и вот на этой близости пытаешься им помочь. И многие люди чувствуют, что ты все-таки, не хочешь что-то на них поиметь, не хочешь их отпихнуть от себя, а хочешь как-то пообщаться. Хотя бы вот сегодня я еду, только звонок с какого-то там уральского агентства. Как вы относитесь к Елене Малышу? Да никак я к ней не отношусь. И передачу вы смотрите? Да не смотрю я эту передачу, у меня своя передача, мне интересно. А вот «Танец матки» там вы там не смотрели, не слышали, как это, вот телевидение. Я отвечаю, вы знаете, телевидение такая вещь, она должна быть популярной, поэтому любую программу превращают в шоу. Если ее не превратить в шоу, она будет несмотребельна и значит не популярна. Так. Значит, еще разок, сейчас попробуем. В новую личность, да. Так, стрим. Лина, благодарим вас за ваши книги, все дошло. Отлично, а то я думаю, что такое, выслал никто ничего. Каждое слово в точку, рассуждение. Ну, это уже мастерство. А что самое главное, Юляша, супер, спасибо, и классно, что вы не ответили на глупые комментарии, не вешать. Ну, всякое тут бывает. Ура, ура. Рассуждение.
Мне очень слишком волнует такое. У меня ранен язык из-за обломки зуба. Язык то болит, то нет. И так уже длится 2 года. Скажите, пожалуйста, с помощью оладаний можно ранку затянуть? Так уж все перепробовал, разные полоскания. А вы керосином попробуйте. Попробуйте керосином. И, кстати, эту зуб надо восстановить, иначе он опять будет проклевывать вот эту ранку. Керосином. Я вам сделаю видео. Короче, я вообще не успеваю выкладывать видео, что у меня имеется. Я постоянно снимаю. Это так вот. Сейчас я говорю это. А то, что я думал, я отставил. Книги я могу писать еще лучше, но я их не пишу из-за того, что уже время нет у меня. Ладно. Так что керосинчиком пополощите. Я на эту тему выставлю как раз письмо, и вы там узнаете. Керосин залечивает эти все язвы, ранки. О! Значит, просто пополоскали там немножечко. Раз, там ватка, это сам, да, будет там щипать. Ну, раз, другой, третий. Так. В ней кадаши вы употребляете керосин тоником или пропускаете прием? Нет, я даже сейчас на дни кадаши ничего не обращаю внимания. Я фигачу там. Вот сейчас. Вот знаете, если я что начал, то я продолжаю. То есть я начал курс противопаразитарного лечения. И вы сейчас видите мою энергетику. Это следствие того, что я избавился от массы паразитов. У вас искры разума проявляются. Это хорошо. Но сейчас они еще проявились. Рецепт работает, проверили. Про кроветворение. О! Еще бы. Женщины. Вот этот вот, посмотрите, целебную кулинарию. Где вот эта передача «Кроветворение, целебная кулинария». Работает замечательно. На благо. Петрович, на ночь у меня залегает левая сторона носа. Каплями стараюсь не капать. А вот почему-то дышать нормально, свежая урина закапана в ноздрю. А вот почему-то помогает дышать нормально, свежая урина закапана. Ну и закапывайте. Уважаемый Петрович, можно ли керосином мазать ступы ног? Покрытые бородавками. Помажьте. Ник Петрович 2 года назад заметил алую сперму. Испугался, 1 год пил тотально соду и перекись по 3 раза в день. Жил исключительно на гречке, растительном масле и овощах. Потерял 15 кг. Перманента отступала то алая, то бурая, то темная, зеленая. Но никак не светлеет. Пью десятки трав, гвоздику жую, все горькие овощи, делаю гимнастику для простаты. Теперь хочу попробовать тоником, мне 61, половой жизни регулярно нет. Что посоветуем? Регулярную половую жизнь и это, вот знаете, вот на предстательную железу особенно действует вот этот вот тыквенное масло. Можете, как вот опять-таки тот же Виталий Островский, перемолоть тыквенные семечки в пасту и ее поесть. Попробуйте, лично мне масло, о, помогло. Петрович, на какую камеру снимаете? Спасибо большое. Это я сейчас снимал вот на эту камеру. На Sony FDR-X3000. Вот на эту. То есть она как-то сняла очень хорошо, да? Очень хорошо. А до этого вот снимаю на большие Sony. Мне как-то не так. Если у вас случай исцеления от мерцательной аритмии? Да нормальная мерцательная аритмия, это в основном волнение. Там вот про нее как-то рассказывали буквально таки вчера. Такую ересь несли, отдельно клеточки, что-то там возбуждается, что-то импульс идет по сердцу не так и так далее. Импульсы, идущие для сокращения сердца, сбивают наше эмоциональное поведение. То есть эмоции и эмоциональное настроение. Как только вы успокоитесь, все это будет ровненько, и с сердцем будет порядок. У меня тоже такое было. Так, все, пошел, меня ждут. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!